мы на тебя посмотреть без очков? Я уверена, что без очков ты выглядишь... Начнем с того, что, говоря языком артистов, я не бухаю. Не бухаю, не употребляю наркотики. Но единственное, что оставляет мешки под моими глазами, это... Сон плохой. Сейчас очень плотный гастрольный график. Детей ты не видишь вообще? Я вижу уже целый месяц, потому что они отдыхают с моей супругой в Италии. Зачем ты там еще дом не купил? Нет, еще дом не купил. Я, честно говоря, даже не знаю, стоит ли это делать, как сказал режиссер конкурса «Новая волна» Александр Ревзин. Если ты не живешь в доме больше 3 месяца в году, тебе не нужен дом. Можешь просто его снимать, где тебе хочется. Ты сейчас не только эстрадный исполнитель, но и уже профессиональный дублер мультфильмов, скажем так. Совсем недавно ты озвучил уже 8-й по счету мультфильм. Это мультфильм «Турбо». Ты был на премьере этого мультфильма в Барселоне, на мировой премьере, и познакомился со всеми актерами американскими, которые озвучивали этот мультфильм. Со всеми, но часть из них, наверное, такая самая яркая, присутствовала. Я был дико счастлив, значит, с Райаном Рейнольдсом. Я увиделся с Сэмюэлом Л. Джексоном, со Снуп Доггом, который тоже озвучивал одного из персонажей. И вечером на, собственно говоря, на пати, посвященной премьере «Турбо» в Барселоне, когда выступал Снуп, инкогнито появился Бен Стиллер. В строгом черном костюме, в очках ходил, делал серьезный вид, но при этом выглядел очень забавно, потому что он реально в жизни абсолютно такой же, как на экране. Познакомившись и пообщавшись с голливудскими звездами, ты понял, осознал то, что, возможно, место твое где-то там уже зарезервировано на голливудском холме? Место мое в Голливуде или нет, решит Спилберг, когда мне позвонит. Для этого надо сделать перерыв в гастролях между Юрмалой и Владивостоком. Съездить на пробы, в конце концов, да, и сказать: «Стивен, ну, в конце концов, разве так можно долго?»